Здравствуйте, дорогие подписчики! Наконец-то я дорвался до этого чудесного саппорта. Давай. Так, у нас будет два инвизника на линии, отлично. Значит, первый скилл очень интересный, и я сейчас не особо пойму, где изображение моего персонажа. Ну да ладно, в принципе, оно мне и не нужно. Интересно, кстати, получилось. Так, первый скилл это стан. Все, банально. В принципе, просто. А где стан? Что-то не среагировал, что ли? Хорош. Вот мужик. Придурок не понял, что у нас тут стоят ворды. Понятно. Все ясно. Отлично. Хорошее начало. Итак, самый, кстати, важный скилл, пожалуй, на начальной, подчеркну, на начальном этапе игры. Это второй скилл на нашего персонажа, потому что от него больше эффективность даже, чем от стана в самом начале. То есть сделать First Blood, прокачав изначально первый скилл, шансов больше, чем если вы прокачаете стан. Вот как-то так. Давай ты, может, подлечишься, а, Славда? Они думали, что будут нагибать, но они ошиблись. Если он, короче, еще раз подходит... А, у тебя маны нету, да? Надо мне побыстрее на аркану фармить, чтобы мы могли нагибать. Если подойдут, можно рубить. Вивера, кстати, можно убить вообще изи. Не-не-не, не пуш линию, не пуш, не надо. Давай я дам стан, а ты просто подбежишь и тоже стан дашь. Окей? Давай. Блин, вот не успели. Не успел ты чуть-чуть, на долю секунды буквально. Как-то надо регенить ману. Ой, так больно. Что хочется сказать по поводу самого персонажа? Это самый плотный саппорт из всех, наверное, которые существуют. Но единственное, что еще можно в этот ряд поставить дерево. Ой, дерево реально. Че, можно убить этого? Давай.
Ты медленно, ты как-то медленно соображаешь. У тебя с головой что-то не в порядке. Я с каким-то ДЦП на линии стоит. Обидно. Плохо фармит, Слардар вообще ужасно фармит. Не знаю, что мне с ним делать. Но фармит он реально хреново. Вот он попускает. Да ты не успеешь, можешь даже не стоять там. Ты не успеешь добежать. А может и успеешь. Но он все равно вот здесь уходит. Зачем ты идешь? Ты же умрешь сейчас. Ларды есть. Ну почти. О, да ладно. Какой отличный артефакт покупает Слардар. Поворот, если честно сказать, неожиданный. Я ему даже за эту ветку дам. Реально. Как так? Как ты не попал, а? Как так фейлить можно вообще, скажи мне? Жесть просто. Ну это фейл, блин. Вообще ужасный. У меня союзник на линии стоит. Ну что ж, ребятки, я наконец-то получаю 6-й, и это самое крутое, что есть, пожалуй, в этом персонаже. Наш ультимейт, он пассивный и срабатывает абсолютно в автоматическом режиме, никак вы не влияете на то, сработает он или нет. Очень крутая штука, просто очень. Фармить на миду я ни в коем случае такую возможность упускать не буду. Почему? Огру очень важно фармить, он очень зависит от аганима. Когда есть у огра аганим, но вы просто сами увидите, что будет происходить с нашими противниками, когда я просто соберу этот артефакт, вам все сразу станет ясно. Думаю, вопросов не должно быть. Пойдем гнобить верхнюю линию. Давайте, ребята, иду наверх, будем гнобить. Да, рано начал. Ну,
хотел. Честно говоря, я настолько привык играть кэрри, вот серьезно, вот мне шутки. Я настолько привык играть на таких героях, которым нужно фармить, что я уже просто на автоматическом режиме начинаю добивать крипов и убивать героев. Хотя на самом деле так делать, конечно же, не нужно. Хотя это тоже такое двоякое себе мнение. То есть, ну, я очень часто говорю об этом, то что если вы видите, что ваш союзник играет хорошо, то нужно делать все, чтобы, да, помогать ему. То есть не нужно там не стилить у него ничего, не забирать крипов. Но если вы видите, что, ну, реально херовый пацан, и вряд ли он затащит катку, но вы знаете, что если будете фармить вы сможете затащить эту катку, то, пожалуйста, просто стильте и даже не думайте ни о чем. Допустим, вот Слардар у меня на линии стоит просто днище. Я и то я даже оставлял ему крипов, то есть я не все забирал, как бы все равно делился. Но я знаю, что этот Слардар игру не затащит, это 100%. Наш второй скилл очень круто замедляет. И чё дальше? А? А ну стой, я еще с тобой не закончил, шкура. Тролль очень опасный персонаж. Когда он с аганимом, для него преград вообще нет. Он может очень многих один на один разложить. Только за счет одного скилла, потому что наш пассивный ультимейт дает нам казино Лас-Вегас, то есть даст не даст, будет проход или не будет проход. У нас с одного стана может вылететь мультикаст, и наш стан, обычный урон нашего стана может умножиться на 4. То есть если мы 220, то умножаем на 4 и получаем нехилый урон под 1000. То есть у нас еще появится дополнительный стан, то есть у нас будет еще один стан. Ну, короче, это вообще забей, если честно. Персонаж, как саппорт, вообще имбовый. И даже если вы смотрите там всякие различные чемпионаты по доте, этот саппорт является одним из самых выбираемых саппортов. То есть его очень часто можно наблюдать в турнирных играх. Так, ну сейчас такой момент, то что реально мне, на меня вообще никто не смотрит, потому что я саппорт, и все думают, а хер этот саппорт сделает, нужно драться с теми, кто там кэрри какой-то, то на самом деле все не так, и меня на флип-фарме вообще зря оставляют, у меня уже 2400, это очень опасно, реально это очень опасно. Ой, тролль, а можно я тебя стану дам, а? Спасибо. Сейчас выпал двойной мультикаст, кстати. Ульта второго левела у меня. Ой, как же опасно это для нашего противника. Наш третий скилл дает нам бонус к передвижению и к скорости атаки. Не только нам, но мы этот скилл можем, кстати, кидать и на союзников. И он тоже может вылетать с умножениями от нашего ультимейта. В общем, вообще сумасшедший такой вот персонажик. Получаешь куда. Как только я накормлю... гоним, все станет сразу прекрасным в этом мире. Ну что, попробуем тролля разложить. Нет, он боится, он что-то знает, он знает что-то, чего не знаю я. Очень интересно. Да
Догоняй! Все, он вон видел уже. Так быстро. Опа. Пятнадцатая минута. Господи, что вы сделали с Огром? Меня... Тройной мультикаст, и это минус. Вот он, Огр. Ну, такие дела. Очень интересные. Так. Ну, это големы фит. Снайпер просто спит. Снайпер, хватит фидить, пожалуйста. Просто не надо. Было бы неплохо, если бы у меня получилось еще и вышечку подзабрать. Тройной мультикаст сейчас от второго скилла выпал. Отлично, у нас есть аганим. Все, мы готовы нагибать. Лучше. Ну, в принципе, можно и подраться, если честно. Вот он мультикаст, вот он еще один мультикаст. Извини, дружище. Прошу прощения. Я куплю варды за это. Окей? Договорились? Целых 4 варда куплю. У нашего скилла есть особенность. Короче, чем меньше у нас маны, тем меньше маны жрет этот скилл. То есть, практически в любой ситуации мы можем им воспользоваться. Даже если у нас будет там очень мало маны, он, вот видите, чем больше у меня маны, тем больше маны стоит этот скилл. Он стоит, кстати, ровно длительность, так было где-то написано. Если не ошибаюсь, этот скилл стоит ровно половину от того, что у нас существует, маны. Сейчас он должен появляться, по идее, повышаться. Стоимость. Ну, по крайней мере, так было раньше. Постоянные обновы, которые выходят, тяжело, конечно, за всем следить. Так, нет. Нет. Так, нам нужен дагер. Все, мы фармим на дагер. Но ведь агрессивный огр. Значит, нам нужен дагер. Это поможет ему быстрее добежать до базы. Мимо. Но это было жестоко с твоей стороны. Так с людьми не поступают. Сейчас аркана будет, стой, не уходи. Можно и луну, кстати, наказать. О, это дабстеп!
нас еще есть танчик. Мультикас. Ну неужели это будет рампага, а? Так, отходим, отходим. Какой ты жестокий, ты не дал сделать рампагу. Я тебе не прощу этого, друг. Ни за что я ему не прощу этого. Кстати, вот что нам еще нужно. Пульта третьего левела. Ну все, это ГГВП, ребята. Я могу вам сразу сказать. Сейчас противники просто будут ливать. Потому что морально тяжело отстоять то, что сейчас будет происходить. Это нам уже не нужно. Вместо этого мы купим лордов побольше. Целых 6 штук. Супер большой снайпер. Отходим, чтобы куб прошел. Уж не отходи, сейчас тут веселье будет, я тебе говорю. Я тебе обещаю устроить экшен. Можно сносить, я вам можно смело просто идти и сносить. Сейчас урну дам, не сы. Пойдемте дальше, ребята. Я вас сопровождать буду. Ой, X4, снайперу выпало. Вот фартовый. Давай, снайпер, наливай. Хороший хук. 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 Сейчас маме дам. Вот так вот с танчиком. Лечим нашего друга. К сожалению, пушка сбила реген. Уж далеко слишком зашел. Форсав есть? Ты что ж ты делаешь? Ну хоть денай, слава богу. Снайпер, отходим. Has fallen.
чё ты не ультанул у него? А мы тут там бластон, пожалуй. Хорош, убил. Молодец. Да. Смог пару кнопок нажать. Тебя пушка бьет, придурок. Уйди, овца. Ну это сдох. Это какой неплохой байк получился. Мультикастик. Вот он много тащит всю каточку, делает всю грязную работу. Вот так вот огра мага оставляет на трифальме, ребят. Вот к чему это приводит. Мне пофиг, я бессмертный. Так вот мы базу и подснесли. Просто жесткий прессинг с самого начала игры. Ну вот он и Bloodstone готовый. Чё, драться пойдем? Драться будем? Трусы запрятались, да? Да что ж такое, мне раскастоваться не дают. Опасно. Так можно и умереть. Денюшка. И Пуджик сейчас будет тянуть рыбку. Дрол! Уж ты чё, сам прикололся сейчас? Я специально не убиваю, чтобы ты там его добил. Вот так вот, ребятки, юзайте огрмага. Очень крутая машина боевая.